Товарищ Небензя удосужился процитировать интервью из ресурса, который называется «Медуза». Хотелось бы спросить у товарища Небензи, а почему же он не цитирует его полностью? Разрешите мне зацитировать это интервью, которое представитель Путина хотел использовать в своих целях. Я цитирую слова женщины, на которую он посылался. Цитата. «Бывало так, что российские солдаты передавали сухпаёк в подвал, а потом кидали туда гранату». Вы же хотели процитировать это интервью. Почему же вы его полностью не процитировали? Это о вашей гуманитарной помощи, вслед которой летит граната. Интервью, которое вы цитировали. Та же самая женщина.